Решил померить лазером после двух катаний часов, ну, примерно. Сколько на бистер-скутере на этом моем, ну, нагрелись мотор колеса. Сорок два задние и 34 передние. Двадцать два дека. То есть получается 17 ко снизу. Четыре. Двадцать пять. Двадцать три. Задний мотор колесо 41. Ну, понятно. Ну, наверное, нормальный показатель в целом.